Только что заселились в номер Club Maru отеля Бунгало с видом в сад. Обзор номера. Здесь немного наши сумки находятся. Так, сейф есть, вешалки, полки. Вот продолжение шкафа, достаточно просторный. Уборная. Вот косметика, ушные палочки, ватные диски, шапочка для душа. Вот такая косметика здесь представлена. Местного производителя Club Maru представлены шампунь для волос, фен для волос, гель для душа и мыло для рук. Полотенце, халаты и фен. Душ. Ремонт, как видите, достаточно новый. Также представлены тапочки. И свет на самом деле приглушенный, с тем, чтобы нарочно создавать такую кофе, чай, вода, чайник присутствует. Сдвоенная кровать достаточно. Современный ремонт, вот. Зеркало, телевизор, тахта. А теперь, судя по звуку, смотровую площадку. Даже немного видно море, сквозь сосны. Маленький кусок. И там. Также видно горы, сад. Сосновый бор. Соседние номера видны. Сверчки, я так понимаю, здесь неотъемлемая часть быта. Вот такой номер. Все эко, бамбуки. Вот, пишите отзывы, какие картины, снова зеркало, достаточно современный номер, современным ремонтом, вот так, чтобы светлее было, понятнее, арочный такой свод. Немножко какие-то японские ассоциации с этими стеклами. Вот, по крайней мере, есть просторный шкаф и сейф. Ну, на этом все. Еще раз можно поставить акцент на отличном виде. Это стандартный вид в сад, сосновый бор, сверчки, вот виднеются бунгало, другие. Видно такие сосны из номера. Ну что ж, пишите отзывы, что понравилось, что нет, что можно было бы поменять. Вот, кстати, такой свод, все эко. Бамбуковое покрытие, не знаю, как оно выдерживает дождь, конечно, но смотрится вполне себе ничего. Слышно детские голоса, это означает, что здесь зона для семей с детьми.
есть еще зона 18+. Там, где детям доступ к семейным людьми воспрещен. А также только что принесли комплимент от отеля. Красное вино Мерло Шираз. Написано Клаб Марви. Принесли, видимо, в честь того, что мы впервые здесь, в этом отеле. Очень приятно. На этом все. Пишите отзывы.